Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataru Vaschakipa Sindhu Bhavacha Patitanang Bhavune Bhavaishnavibhyo Namo Namaha Mukankaroti Vachalang Pangung Langhatigrim Yatkipatamahang Vandi Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacha Shna Bhakti Padi Devi Satya Vattvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Swarasvating Vyasam Tato Jayo Madhira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varano Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tethas Padam Siva Virinchenutam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavad Diputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat pada pallavan kachanda mani chatai Bispurjit kamapigabodu shuadarshi Purunanuragra sasagra saramurti Saradhikamai kada kipamikaras Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yatakshu Vishambaro dijabaro jagadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanango Madapaharam Bharanu Sipurapati Bhajavi Shanatham Vagishajusha Vadane Lakshmir yasya cha vakshasi yasya asti hidve sambhit tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Tvang bhakti yoga paribhavita hit saroj asase
Шотекшитапатанунатапунгсам, Джад-джад-дхияту уругая вибхавайати, Тат-тад-бапу-пранаясе садану-грахайо, Твам-бхакти-йога-парибхавито, Хит-сарожу-асасе, Шотекшитапатанунатапунгсам, Джад-джад-дхияту уругая вибхавайати, Чаттадабапупанаясе садану грухайо. Гаудия Гостипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Премханса Джагадгуру сказал, никто не заинтересован в том, чтобы служить абсолютному объекту, Адокшаджа Васту, но все очень сильно заинтересованы в служении Майи. Все хотят служить Майи, их даже не нужно приглашать. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, никто не заинтересован в служении того абсолютного объекта, Адокшаджи Васту, но все очень заинтересованы в служении Майи Деви. Их не нужно ни приглашать, никакие отправлять письма. И в этом заключается вот это... колдовство Майи. Что значит Адокшаджа Васту? Шрила Джива Госвамипад пишет в Сандарве. Он дает определение Адокшаджа Васту. Адокшаджа Васту означает вот это. Адокшаджа Васту значит что при помощи силы Бхагавана, благодаря силе Бхагавана мы сможем по милости Майя Шакти. Майя Шакти является милостью Бхагавана, но не непосредственная сила. То есть мы иногда пробуем достичь абсолютной истины, применяя наши, используя материю, деньги и так далее. Но таким образом невозможно осознать Адокшаджа Васту. Бхагаван находится на таком уровне, что если вы даже постараетесь достигнуть того уровня, то все ваши усилия личные, они приведут к вас к неудаче. То есть невозможно осознать Адокшаджа Васту с помощью органов чувств, с помощью ума и интеллекта. То, что невозможно осознать при помощи ума, интеллекта и органов чувств материальных, называется Адокшаджа Васту. Все, что мы видим в этом материальном мире, все, что мы ощущаем, все, что мы можем почувствовать благодаря нашим органам чувств, оно называется Акшая Васту. Мир, он временный. И мы пытаемся понять все при помощи наших органов чувств. Наши органы чувств, они материальные, и мы можем экспериментировать с материальными какими-то вещами. Апракрита васту кабу пракрита гачарной. Апракрита васту. Трансцендентные вещи мы не можем понять их при помощи наших материальных чувств, нашего материального интеллекта. В этом заключается основная проблема. Я начал со шлоки, в которой говорится, Твам,
Тебя можно осознать при помощи бхакти. Шрутекшита пато означает, что нужно идти путем шротапанты, слушания. И при помощи шротапанты, если вы будете зависеть от этого процесса, то тогда, слушая харикатху, и здесь есть один очень момент важный. Бхагаван является здесь в форме Шабда Брахмы, трансцендентного звука. Он посылает сюда шастры, гуру вайшнаву, даму, наму и так далее. Бхагаван снисходит сюда в форме, в виде трансцендентного звучания. Бхагаван являет себя на языках гуру вайшнав. Бхактивинод Такур пишет в киртане. Нама может появиться на моем языке. Я не могу заставить Харинаму появиться, не могу ее воспевать своими усилиями. Когда я слушаю садху, Прабхупада говорит, что материалисты, они всегда зависят от своих органов чувств. Они видят при помощи своих глаз материальных, они хотят увидеть таким образом Вриндаван, божества, и своими ушами материальными они хотят все услышать. Но они не понимают, что после того, после слушания Пракриты Шабда Брахмы, настоящее слушание, оно возможно только в том случае, когда вы полностью находитесь в линии, то есть вы не отклонены. Брахма, он решил быть с гуру вайшнавами, и он постоянно находится с ними, потому что саду гуру вайшнавы постоянно говорят трансцендентную харикатху. Материальный даршан значит, я смотрю и я вижу, но апракрита даршан означает, что сначала я слушаю и получаю даршан здесь, в сердце. Материальный даршан означает, что вашими глазами вы можете увидеть, но апракрита даршан означает, что для начала вам нужно слушать, и после чего вы все увидите в своем сердце. И это называется апракрита-даршан. Апракрита-даршан невозможен при помощи материальных глаз. Прабхупада, он, как правило, говорил своим ученикам, Бхагаван — это адокша-джавасту, его невозможно увидеть материальными глазами. Но нам нужно совершать преданное служение таким образом, чтобы Бхагаван сам захотел нас увидеть. Мы не можем увидеть Бхагавана. Если бы мы смогли увидеть Бхагавана, тогда Бхагаван был бы объектом моего наслаждения. Если Бхагаван был бы объектом моего даршана, это значит, что я контролирую Бхагавана. Понимаете? Если Бхагаван — это объект моего даршана, тогда это значит, что я его контролирую, и это нехорошо. Бхагаван, он самосияющий. Вчера я об этом говорил. И когда Бхагаван захочет меня увидеть или показать себя мне. Вчера я вам прочитал Чатушлоки Бхагаватам. По моей ануграхе, по моей крипе, ты все поймешь. Но своими собственными усилиями у тебя ничего не получится.
Нану значит обязательно, непременно. И в соответствии с вашим настроением, с вашей бхавой, предположим, кто-то совершает баджан Шри Рамачандры. Конечно же, после того, как такой человек получит сидди, когда Бхагаван явит себя такому человеку, конечно же, он явит себя в форме в виде Рамачандры, потому что тот преданный, он медитирует на Рамачандру, концентрируется на Рамачандре, совершает баджан Рамачандры. Вот почему, значит, вот это, в этой шлоке говорится, что все, что вы слушаете, например, вы читаете Рамаяну, вы читаете имена Рамы, тогда, конечно же, вы не получите даршан Кришны. И когда вы получаете мантры, когда вы получаете Кришна-мантру, Кама-гаянтри, Кама-биджа, посредством мантра-парампары вы получаете Кама-гаятри, Кама-биджа, и вы совершаете баджан, непрерывный баджан. И когда вы совершаете баджан, воспевая Харинам, вы одним прекрасным днем получите даршан Бхагавана Шри Кришны, конечно же. Вот почему Тулсидасджи Махарадж однажды он пришел во Вриндаван. Тулсидасджи — это автор Рамаяны. Рамаяна, она изначально написана Валмики Муни. И говорится, что Валмики Муни снова явился в форме Тулсидасджи Махараджа. У них есть доказательства этому, я не знаю, какие именно доказательства они имеют в виду. Вальмики Муни написал Рамаяну, и также Тулсидас написал Рамаяну. Но Рамаяна Тулсидаса, она очень легкая, ну, на деревенском языке и на майтили. И все обычные люди, они могут ее очень легко понять. Тулсидасджи Махарадж, а однажды он пришел во Вриндаван, чтобы совершать там баджан. Он совершает Рама-баджан. Он знает, что Рам-джи, он не отличен от Кришны. То есть однажды он пришел во Вриндаван и стал совершать баджан рядом с Гопешвар Махадевом. И я там был. Там он начал свой баджан. Но он, конечно же, совершал баджан своего Иштадевоты, Рамачандры. И это Тулсидас, он Сиддха-Махатма, он необычный преданный. Рамачандра явил себя в Читрагуд-Парвати, в Мадхьям-Прадеш, где Лакшман, Сита и Рама, они совершили много игр во время их ссылки. И там Тулсидас совершал баджан, предлагал гирлянды Рамачандре, предлагал чандан. И однажды он изготавливал чандан, это был авирбав Рамачандры, и он не заметил, что Рамачандра, он уже явился, предстал перед ним. Он готовил чандан и плакал, и не увидел Рамачандру. Тулсидасджи Махарадж, он необычный какой-то преданный, он Сиддха-Махатма. Тулсидасджи Махарадж, он стал совершать баджан во Вриндаване, и внезапно Кришна явил себя ему. Бхагаван Шри Кришна предстал перед ним. И тогда Тулсидасджи обратил на него внимание, ну, то есть заметил его, он сразу же предложил свои поклоны, расплакался и сказал: «О, Прабху, ты не отличен от моего Иштадеваты. Я знаю, что ты Кришна и ты Рама. Тем не менее, пожалуйста, дай мне даршан в виде моего Иштадевата. Мой Иштадевата — это Рама. Пожалуйста, предстань передо мной как Рамачандра». И тогда Бхагаван Шри Кришна исчез и появился как Рамачандра. Если вы читаете определенные мантры, вы получили мантры от Гурудева, и вы их читаете, и в конечном итоге вы увидите своего мантра-девату, вы совершаете, вы воспеваете эту мантру, и что в итоге вы увидите?
вы увидите мантра девату, вы читаете эту мантру, и вы увидите этого мантру девату. Если вы будете воспевать Кришна мантру, вы увидите Кришну. Если вы будете воспевать Рама мантру, вы увидите Раму. То есть зависит от вашего настроения. Даршан, который вы получите, зависит от вашей бхавы. И точно так же в расататве, в вашем сердце уже присутствует какая-то раса. И то, что вы увидите, будет зависеть от этого. Гопа Кумар получил даршан Кришны как друг, как Сака. Гопа Кумар, мы сейчас обсуждаем Бригад Бхагаватамриту. Мы сейчас начали третью часть Бхагаватамриты. И в конечном итоге мы дойдем до того момента, когда Гопа Кумар, он пойдет во Вриндаван. Его Иштадев Мадан Гупал. То есть точно так же зависит от вашей расы, от вашего настроения. В зависимости от этого вы получите даршан Кришны. Не то, что вы увидите все, что угодно. Вчера мы обсуждали, как Бхагаван сказал, как Бхагаван привел пример многих личностей, которые достигли его лотосные стопы благодаря саду санге. Бхагаван сказал, многие, они, им удалось достичь моих лотосных стоп. Трашта, кто это? Это Вритрасур. Трашта значит Траштанандан. Как сын Кунти, это Кунтия. Сын Кунти, это Кунтия. И Трашта значит Траштанандан. То есть Вритрасур. Вритрасур появился в процессе яги. То есть это Трашта. Каядава, это значит Каядунандан. Прахлад Махарадж. В общем, Кришна, он перечислил всех этих личностей. Вишвапарва, сын Прахлад Махараджи. Бали Махарадж — это внук Прахлад Махараджа. Бан — это правнук Прахлад Махараджа. Майя — это Майя Данов, это демон. Вибишана — это Ракшас. Равана — это Ракшас. Существуют демоны, и у них это отдельная раса, и существуют Ракшасы — это другая раса. Вибишан — он Ракшас. И Раван — это брат Раваны. Сугрива, Хануман — они животные. Я никого не оскорбляю, они родились в семье животных, обезьян. Никчо значит Джамбуван, кто является инкарнацией Брахмы, Гаджендра. Грида. Это Джатаю. Я уже вам рассказал о нем вчера. Баник — это какой-то бизнесмен. Бэд — какой-то жестокий человек был. Кубджа, вы знаете, кто такая Кубджа? Она жила в Матуре, когда Кришна Баларам впервые они пришли в Матуру по приглашению Камсы. Они хотели
одеться в красивые одежды и участвовать в ассамблее. И перед тем, как туда пойти, они хотели нанести чандан себе на лоб. А Кубджа, она работает за деньги, она постоянно изготавливает чандан. То есть она была служанка Камсы. И в итоге Бхагаван Шри Кришна и Баларама, они путешествовали по Матхуре Даме, и они, то есть они туда попали впервые, и они увидели Кубджу. И они у нее попросили, можешь ты нанести чандан на нас? И тогда Кубджа сказала, конечно же, и она нанесла чандан на них. И с того момента Кубджа получила милость Бхагавана. Она была горбатой. И Кришна ей сказал, «О, красивейшая женщина!» Тогда Кубджа расплакалась. «Я такая некрасивая, а ты со мной шутишь? Я не шучу с тобой». Я имею в виду, что ты очень красива, твое сердце, оно такое сладостное. Я сейчас не говорю о твоем внешнем виде. И после чего Кришна ее выпрямил. Она была согнутая вся, и Кришна ее распрямил. И она стала очень красивой. И она хотела получить общение Кришны. И, в общем, она, ей удалось это. В общем, Кубджа также достигла лотосный стоп Кришны. Лакшман искал следы Ситадеви, и когда Лакшман и Рамачандра они искали Ситу, они встретили Сугрива и Хануману. Майя — это инженер, Майданов — это инженер. Это Вишвакарма. Вы слышали имя Вишвакармы? Вишвакарма — это инженер райских планет. А еще более профессионал — это Майданов. Вишвакарма — он полубог, а Майданов — он знал более продвинутую технологию. Королевство Куру находилось в Хастинапуре. Хастинапур — это изначальное место, где после того, как Юдиштир Махарадж invited Майдану. Юдиштир Махарадж после победы над Коровами, он пригласил Майданов. Или нет? Не после победы. В общем, пригласили ли Майданова, и он построил им очень красивый дворец. И он использовал такую продвинутую технологию, вы не можете даже себе представить. И если вы войдете в этот дворец, вы увидите, что там есть, например, озеро, но его там нет. И Дурьодана однажды он зашел в их дворец, и он, его пригласили туда. И Дурьодана зашел в дворец и увидел, что там была вода. И тогда он поднял свои одежды, чтобы не намочиться, но там не было никакой воды. И он увидел, что... И он увидел во второй раз, что там была опять какая-то вода. И он думал, наверное, это то же самое, что и в первый раз. Нет никакой воды. И, то есть он спокойно там прошел и весь измочился. Как в пустыне. Людям кажется, что они видят оазис, видят воду. Они бегут к источнику воды. И в итоге они ничего не находят и видят, что источник воды находится более на дальнем расстоянии. Но там нет никакой воды, это всего лишь мираж. Из-за того, что земля сильно нагревается, там создается движение воздуха горячего.
горячая вода, которая находится на поверхности песка, она как бы испаряется, двигается вверх, создает такую иллюзию. Теджа-татва. И Дурьодан подумал, наверное, здесь опять какой-то мираж. И он просто там прошел обычно и свалился в воду. И когда он свалился в воду, тогда все матаджи, которые там присутствовали, они стали смеяться. И Дурьодана он оскорбился. Очень сильно оскорбился. Так сильно оскорбился. Там было много матаджи. И они все засмеялись. И Дурьодана он оскорбился и очень сильно разозлился. Майданов, он получил лотосные стопы Бхагавана. Как? Благодаря общению с Панчапандавами. Во время строительства дворца он общался с Панчапандавами, делай это и делай то, поменяй здесь. То есть они там давали ему инструкции. И наш Прохлад Махарадж, он получил общение Нараджи Махараджа, когда он находился в утробе матери. Нараджи Махарадж давал харикатху, и Прохлад Махарадж он слушал из утробы матери. Каяду, она сидела перед Нараджи Махараджа, а Прохлад Махарадж он слушал из утробы. Таким образом, благодаря общению с Нараджи Махараджем, Прохлад достиг успеха. Вишвапарва, он был выброшен своей матерью, оставлен в лесу. После того, как мать его родила, она его выбросила в лес. И тогда Риши Муни, они его нашли. То же самое случилось с Шакунталом. Вы слышали такое имя? Шакунтала, то же самое случилось с ним. Его тоже выбросили в лес. После чего его нашел один риши, и он позаботился о нем. Это был случай Шакунталы. Вишвапарва, его выбросили в лес. И Риши Муни, по их беспричинной милости, они его взяли к себе и стали о нем заботиться. И этот мальчик, он получил милость Риши Муни, он всему обучился. Таким образом, Вишвапарва, он получил общение преданных. Бали Махарадж получил общение своего деда Прохлада Махараджа. Его отец, отец Прохлад Махараджа, это Хираньякашипу. Прохлад Махарадж, конечно же, не общался со своим отцом, не получил его общения. Но он получил общение Нараджи Махараджа. Прохлад Махарадж получил дивья гьяну от Нарады Махараджа. Нарада Махараджа — это его гуру. Вишвапарва, он развил вот это вот качество преданного благодаря общению с Риши Муни. Бали Махарадж получил общение Прохлад Махараджа. Бали Махарадж, он всегда следовал по стопам своего деда Прохлад Махараджа. Бан, он был очень опасен. Он был настолько опасен, Бан Радж. Его королевство находилось там, где сейчас в настоящее время находится Гоухати. Это было его... Там находился его дворец, столица его царства или королевства. И у него было очень большое ложное эго. И однажды он сказал Шанкару. Шанкар — это было... Шанкар — это был его Иштадевта, он поклонялся Шанкару. Равана также поклонялся Шанкару. И Бали Махарадж также поклонялся Шанкару. Бан Махарадж, он поклонялся Шанкар Бхагавану постоянно. И однажды он сказал Шанкар Бхагавану, и у меня столько могущества в моих руках, я чувствую, что я прям
руки чешутся, я хочу с кем-то сражаться, но никто не... Я не нахожу подходящего противника, соперника. Я знаю, что ты подходящий соперник. То есть он сказал своему Иштадевате, я чувствую, что только ты подходишь для этого. И Шанкар Бхагаван, он разозлился. Идиот, ты хочешь со мной сражаться? Я твой Иштадев. Окей, хорошо. И ты получишь вкус сражения. Ты получишь истинный вкус. Ты удовлетворишь свое желание сражаться. И там огромная, длинная история. Дочь Бана, Раджа, была Уша. Каким-то образом она захотела выйти замуж за внука Кришны. И в общем, тот, за кого она хотела выйти замуж, он явился к ней в комнату, и Бан Мараш, он разозлился. Внук Кришны, он спал в Двараке, и его перенесли, благодаря мистическим способностям, его перенесли в комнату Уши. Одна подружка Уши, она знала эту технику, она знала этот прием йогический. Когда Уша, она расплакалась, тогда подружка решила ей помочь, и она перенесла этого молодого парня из Двараки в комнату Уши. И в итоге все засуетились там. Речь шла о достоинстве дочери Бан Мараджа Уши. Как же так возможно? Моя дочь в комнате с каким-то мужчиной. То есть он сразу же вытащил шпагу и стал... И, в общем, вести распространились, дошли до Двараки, и Кришна тут же ринулся в Двараку, чтобы спасти своего внука. И Шанкар Бхагаван, он встал на сторону Бан Мараджа, потому что это был его преданный, его бхакта. В итоге там произошло большое сражение, и то, что Шанкар Бхагаван пообещал в прошлом, оно осуществилось в этот момент. Бхагаван Шри Кришна при помощи Сударшана, он отрубил Банраджи руки, то есть у него было тысячи рук. И Бхагаван Шри Кришна отрубил одну за другой его руки. И Шанкар Бхагаван, он явился перед Бхагаваном Шри Кришна и стал предлагать ему свои молитвы. Бан-Радж, он понял, что мой Иштадевата, он прославляет Кришну. О, то есть благодаря общению с Шанкар Бхагаваном, он понял, что Кришна Бхагаван — это Верховный Господь. Кришна ему отрубил все руки, кроме четырех. Шанкар Бхагаван попросил Кришну: «О Прабху, он получил мою милость. Если ты его накажешь или убьешь, это для меня оскорбительно, унизительно». Бхагаван сказал: «Не переживай, я не могу его убить. Это мое обещание. Я пообещал, что я никого не убью в династии Прахлад Махараджа». И я ему отрезал все руки, ну, кроме четырех, чтобы его ложное эго уменьшилось. Я ему оставил только четыре руки. Таким образом, он избавится от ложного эго. Таким образом, Марадж Бан, он получил бхакти, преданность к лотосным стопам Кришны. Майданов, я вам уже рассказал, Бибишина, он получил общение Лакшмана, Сугривы, Ханумана. Гаджа, Раджа, он получил общение
Дашараджи Махараджа. Гаджрадж, простите, не Грида, Гридарадж, Джатаю. Джатаю. Джатаю получил бхакти благодаря общению с Дашараджи Махараджем. И Дашараджи Махарадж — это великий преданный, он сыграл роль отца в лилах Рамачандры. Но даже перед тем, как Рамачандра родился, Дашараджа Махарадж поклонялся Рамачандре. Дашараджи Махарадж совершал поклонение Рамачандре. И то божество Рамачандры, оно до сих пор по сей день находится в Урупе вместе Мадхавачарья. И этому божеству тысячи лет. Вы не можете даже их сосчитать. И этому божеству поклонялся наш Дашараджи Махарадж до того момента, как Рамачандра явился как его сын. И это божество находится в Урупе, в Мадхавачарья Питхе. Мадхавачарья поклонялся и Рамачандре, и Кришне. Это своего рода изумительная вещь, кто-то может сказать. Как же такое возможно? Если вы посетите его пит в Урупе, вы увидите, что там есть божество Рамачандры и божество Гупала. Вы увидите эти два божества, потому что Мадхавачарья, он Бима Сема и в то же Ваю Аватар. Мадхавачарья — это инкарнация Ваюдева. И когда он явился в форме Бима Сены, он получил общение Кришна-чандры. И когда он явился в форме Хануманом, Мадхавачарья на самом деле это инкарнация Ханумана. Ханумана и Бима Сены обоих. Прям как наш Мурари Гупта. Мурари Гупта, он получил общение Махапрабху. Он постоянно был с Махапрабху, постоянно с ним игрался прям с детства. Но, тем не менее, у него было влечение к Рамачандре, потому что жизнь за жизнью он служил Рамачандре. И это Хануман. И Махапрабху, он сам об этом объявил. Махапрабху хотел испытать его влечение, его ништу к Рамачандре. Хотел подвергнуть его такому испытанию. Проверить его ништу в его Иштадевату. И однажды Махапрабху сказал Мурари Гупте, почему ты не совершаешь баджан Кришна-чандре? Это более высокий баджан, потому что раса, она более... Раса более... она экстраординарная. «А, хорошо, ты мне даешь такие наставления, хорошо, я попробую». Тогда Мурари Гупта, он стал пробовать, пробовал, в общем, и у него не получилось забыть Рамачандру. И в итоге он решил совершить самоубийство. Тогда он изготовил нож, заточил его очень, как положено, в общем, и... Он положил этот нож, подготовил все, предложил к себе его в комнату. Он сказал, я не могу исполнить приказ Гуранги, поэтому лучше, если я убью себя. И Гуранга пришел к нему домой и спросил, Мурари, как ты поживаешь? Мурари ответил, все в порядке. Он говорит, отдай мне тогда нож. Говорит, какой нож? Что ты имеешь в виду? Я не понимаю, что ты говоришь. Ты хочешь мне устроить... проверку, ты изготовил нож, и я знаю, что ты там затеял. Что ты имеешь в виду, Гауранга? Я знаю даже, куда ты его положил. Иди и принеси мне этот нож. И тогда Мурари Гупта, ему пришлось принести нож и отдать его Махапрабху. Тогда он расплакался, и он сказал, Прабху,
Ты мне приказал, ты мне посоветовал совершать баджан Кришначандры, но я не в состоянии забыть Рамачандру. И поэтому я решил совершить самоубийство, ну, убить себя. И Махапрабху засмеялся, он сказал, смотри, я хотел тебя проверить. И я хотел проверить твою ништу, огромную ништу. Зачем тебе отказываться от Рамачандры? Ты Хануман. Махапрабху сказал, ты Хануман. Хануман — это вечный слуга Рамачандры, я хотел просто тебя проверить. Таким образом, в Мадхавачарья Питхе вы увидите то божество, которому поклонялся Дашараджи Махарадж, то есть Рамачандра. И в то же самое время вы там увидите божество Нитья-Гопала. Внешне кажется, что это как какое-то противоречие, потому что с одной стороны у него одна раса, а с другой стороны другая раса. Но это особый случай. Мурари Гупта, он любил Махапрабху. Прям как сказал Хануман. Хануман однажды Хануман был с Рамачандрой, и он совершал ему служение. Это игра своего рода. Тогда Лакшман, он также служил Рамачандре. Лакшман — это Сева Виграха, Севак Виграха и Севья Виграха, то есть он не отличен от Рамачандры, это объект поклонения, и в то же самое время он служит, то есть он слуга и тот, кому служит. Как Баларам. Баларам, он не отличен от Кришны, в то же самое время он принимает поклонение. То есть он принимает поклонение и служит Кришне. Сева Виграха, Севья Виграха. Хануман, Хануманджи Махарадж сказал Лакшману, у меня огромная ништа по отношению к Рамачандре. Я тебе могу разорвать, я могу разорвать свою грудь и показать тебе мое сердце. И ты увидишь в моем сердце Раму и Ситу. И даже есть такая картина, нарисовали, в общем, в Рамананда Сампрадае. У них есть такая картина. Хануманджи Махарадж разрывает свою грудь, и в груди находится Рамачандра и Сита. Таким образом, Махапрабху хотел проверить его ништу к Рамачандре, но в тот же самый момент Мурари Гупта обладал огромной любовью к Гуранге, потому что Мурари Гупта — это вечный спутник Гуранги Махапрабху, и он вечный спутник Рамачандры. То есть это возможно, иногда такое происходит. Внешне, казалось бы, как же такое возможно? Но это не для всех, это особые случаи. Гаджендра, Гаджа значит Гаджендра. Гаджендра получил общение Риши Муни. Таким образом, Гаджендра достиг совершенства. И Бят был жестоким человеком, и благодаря общению с Нараджи Махараджем он получил лотосные стопы Кришны. Вы можете найти рассказ об этом в Чайтанья Чаритамрите. Махапрабху рассказал об этом. Один очень жестокий охотник, ему удалось пообщаться с Нараджи Махараджем. Однажды Нараджи Махарадж, он шел в Тривени. Это слияние Ганги, Ямуны и Сарасваты. Это место называется Тривени Сангам.
это, где встречаются три реки. Нараджи Махарадж, в общем, был в пути по направлению к Тривени Санге, и там был один охотник, он закричал на Нараду: «Ты что здесь делаешь?» И он сказал: «Из-за тебя я упустил свою цель, добычу. А, ты хотел убить оленей, кабанов. Это ты их убиваешь? Я видел, там они лежат на земле. Да, да, это все моих рук дело». И он почувствовал себя очень гордым. И Нараджи Махарадж сказал: «Я хочу попросить у тебя кое-что. Что тебе нужно? Тебе нужна кожа тигра или оленья кожа?» «Нет, нет. Мне не нужна кожа никакого животного. У меня есть к тебе одна просьба. Какова твоя просьба? Что ты хочешь? Когда ты убиваешь животное или птицу, убей полностью, не убивай наполовину, потому что когда ты просто ранишь, то тогда животное страдает очень долгое время. Не поступай так. Если ты собрался кого-то убить, убей полностью, сразу. Иначе, если ты ранишь только, они очень долго мучаются перед смертью, они очень долго страдают. И будь осторожен, в следующей жизни они убьют тебя, потому что таков закон. Правда, что ли? Да, они тебя убьют, настанет твоя очередь. Что же делать? Оставь свое занятие охотника. Как же я буду существовать? Как же я буду поддерживать свою жизнь? Что я буду есть? Я не могу оставить это. Тогда Нараджи сказал: «Не переживай, я тебе все предоставлю, рис, чапати, сломай свой лук и свои стрелы. Иди на Гангу, прими омовение, и я тебе дам мантру». И тогда охотник, он все разломал свое оружие, принял омовение в Ганге и вернулся к Нараджи Махараджу. Нараджи Махарадж ему дал мантру и сказал: «Постоянно повторяй эту мантру, но как я получу рис, чапати, чал и так далее?» И Нараджи сказал: «Автоматически все к тебе придет, я тебе обещаю, у тебя не будет проблем». Нараджи Махарадж тогда ушел, и охотник этот бывший, он стал совершать баджан. Вместе со своей женой они построили хижину из бамбука, и рис, чапати и все остальное, все это приходило ежедневно к ним. И однажды Парватмуни — это друг Нараджи, и оба они... Нараджи Махарадж сказал однажды: «Пойдем, посетим моего ученика». Нараджи Махарадж сказал: «Давай-ка посетим одного из моих учеников, проведаем». И, в общем, Нараджи Махарадж, он отправился тем же самым путем. И тогда вот этот бывший охотник, когда он увидел, что Гурудев приближается, тогда он выскочил из своего баджана кутира и предложил ему дандават пранам. Но перед тем, как лечь на землю, он очистил землю от всех насекомых, чтобы никого не убить. То есть он предложил поклон Нараджи Махараджу и его другу. И Нараджи Махарадж спросил: что с прасадом, как все устроено? Он говорит: «Да, да, все в порядке, не посылай нам так много, нас всего двое, что мы будем делать с этим всем прасадом?» И тогда Нараджи сказал: «Все, что к тебе бы не приходило, ты возьми все, что тебе нужно, а остальное ты раздай». Когда кто-то совершает, ты совершаешь баджан, и при помощи харинама все приходит в твою жизнь автоматически. И так происходит в жизни саду гуру вайшнав. Они не зарабатывают деньги, но все приходит в их жизнь. Нараджи Махарадж, он сказал этому охотнику:
такая скромность, которой ты сейчас обладаешь, ты стал такой милостивый, что ты даже не хочешь убить ни одного насекомого. Ты настолько сейчас милосерден стал. Ты не хочешь даже, не желаешь навредить даже муравью. Тогда Нараджи Махарадж сказал охотнику: это скромность, это ахимса, нежестокость. Ты оставил все вот эти вот жестокость и так далее. И вот эти качества, которые ты развил в себе, это все естественно. Те, кто совершает баджан хари, Бхагавана, как правило, они не хотят навредить никому. Они становятся очень милосердными, они не хотят никому навредить. Кай мани ваке каре удвег надибе. Словами, телом или в уме никогда не доставляйте неприятности никому. Чистые преданные, они никогда не заставляют кого-то страдать, никогда они не жестокие и так далее, очень милосердные. То есть, о, охотник, это вполне естественно, что ты развил такие качества. Это нормально, потому что те, кто совершает Кришна Баджан, они не могут быть жестокими. Они всегда хотят всех защитить. Это нормально. Они очень милостивы, они всех защищают, все дживы. Они молятся Бхагавану, чтобы получить бхакти. И бхакти — это конечное решение всех проблем. Бяда, я вам рассказал о нем, а Кубджа я вам уже рассказал. И 5 лет назад я обсуждал эту лилу о женах брахманов. Я уже все обсудил, Вастрахаран лилу, Вену Гиту и так далее. Если вы послушаете на Ютубе, это все там опубликовано. Также эту лилу я в подробности разобрал о Ягик-патни. То есть это жены брахманов, которые совершали яги. Жены этих брахманов, они никогда не видели Кришну Балараму. Но благодаря общению с одной женщиной, Малини, ее зовут Малини. Малини, она собирала цветы в лесу, в лесах Вриндавана, она их продавала на рынке, вот так она себя поддерживала, свою жизнь, чтобы как-то достать хлеба, она этим занималась. То есть, когда Малини ходила в лес за цветами, она проходила через ту местность. В общем, в тот день она собрала цветы и изготовила гирлянды, и она отправилась в Матуру, чтобы это все продать, и чтобы организовать как-то свой хлеб насущный. И когда она собирала цветы, она пела песни о Кришне, прям как Яшодама. Когда Яшодама изготавливала йогурт, она постоянно пела, прославляла Кришну, Бала Кришну, прославляла своего сына. Это также бхакти. Таким образом, Малини, по воле случая, она проходила в той местности, она в той местности там то ли цветы собирала, то ли что. В общем, она пела о Кришне. И Ягик-патни, они подумали, а такое вообще возможно?
Кришна Баларам, они такие великие. В общем, они, после того, как они услышали этот киртан Малини, они начали с ней говорить, и после того, как они с ней пообщались, они получили бхакти. То есть Ягья Кпатни, они развили огромное влечение по отношению к Кришне. Они никогда не ходили в Гурукулу, они никогда не читали ни Веды, ни Веданту, они не брали на себя никаких обетов за всю свою жизнь. Никогда они не ходили в Гурукулу, но автоматически они развили бхакти к лотосным стопам Кришны. И даже сами эти брахманы, которые совершали ягью, они сошли с ума. Они когда увидели это бхакти, невообразимое, они прям настолько удивились. Когда Кришна Баларам отправили, они были на лугах, пасли коров. В один прекрасный день Кришна Баларам, они пасли коров рядом с той местностью, где брахманы совершали яги. И кто-то из дружков Кришны сказал, мы очень проголодались. И тогда Кришна Баларам посоветовали, смотрите, недалеко отсюда живут брахманы, которые совершают ягью, яги брахмана. Они совершают яги. Почему бы вам не сходить к ним и не попросить немного риса? Они предлагают этот рис Бхагавану. Бхагаван, сам Бхагаван им это сказал, Кришна. Сходите к ним, попросите у них немного чапати, пури, риса, они вам дадут. И тогда все дружки, они отправились к брахманам, и брахманы, они совершали яги, ом сваха, и тогда все друзья Кришны, они стали просить, о брахманы, пожалуйста, обратите на нас внимание. Кришна Баларам, Кришна Баларам со всеми друзьями в этот особенный день, друзья сказали этим брахманам, Кришна и Баларам со своими друзьями, они играются здесь недалеко, они пасут коров, они проголодались, можете дать немного просада? И брахманы, они были поглощены яги, и они настолько были высокомерны, что они даже не промолвили ни одного слова, и даже не обратили на них внимания. И, в общем, друзья не получили никакого ответа от брахманов. И тогда они вернулись к Кришна Балараму и сказали, смотри, ты нам посоветовал сходить к этим брахманам. Мы у них попросили еды, но они даже на нас не посмотрели. Что говорить? Что же делать? И тогда Кришна Баларам, они сказали, а сходите к их женам. У них есть жены, сходите к женам. Жены точно дадут вам что-то поесть. Несомненно, миссия будет успешной. И тогда, друзья, они отправились к женам брахманов. И эти жены, они сидели в одном месте, они там все разговаривали о Кришне. И тем временем пастушки подошли к ним и стали предлагать им свои молитвы. «О, Ягья Кпатни, пожалуйста, обратите внимание на наш запрос». Не молиться стали, а просить. И тогда эти друзья, они сказали, смотрите, Кришна Баларам, они вот здесь недалеко играются, и они проголодались, не могли бы вы принести, дать немного просадов покушать? И как только они услышали имя Кришны Баларам, они сразу все вскочили. Правда, что ли? Кришна Баларам здесь? Да, вот они там играются недалеко. И они сказали, мы так давно ждали этой встречи, мы так давно хотели на него посмотреть. Где же они, Кришна Баларам? Тогда эти жены, они приготовили много тарелок с просадом, и они отправились, ринулись к Кришна Балараму со всеми приготовлениями.
и они увидели уже на расстоянии Кришна Балараму, и они не могли даже себе представить такую красоту Кришны и Баларамы. После того, как они их увидели, они просто сошли с ума. И Ягьикпатни, они предложили весь прасад Кришна Балараме и всем пастушкам, друзьям Кришны и Баларамы. Таким образом, Ягьикпатни, они также добились успеха, то есть они достигли лотосных стоп Бхагавана. После чего Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве, то есть он, Бхагаван Шри Кришна сказал, все те, кого я сейчас озвучил, все эти личности, никто из них, он не изучал вед. Никто из них не ходил в Гурукулу, не совершал никакие враты, аскезы, ничего, только благодаря сатсанге все они достигли моих лотосных стоп. Когда Кришна совершал свои игры во Вриндаване, что говорить о Кришне, даже Гуранга Махапрабху, когда Гуранга Махапрабху отправился во Вриндаван, вы можете посмотреть на картине, все олени, коровы, они лизали тело Махапрабху, потому что они таким образом общались с Махапрабху. Когда Махапрабху проходил в лесу Джариканда, это очень опасный лес. Сейчас Джариканда — это отдельный штат, но в те времена он был под Бихаром, под юрисдикцией Бихара. Сейчас территория немножечко изменилась. Когда Махапрабху проходил через этот лес по пути во Вриндаван, лес, он очень красивый. Там были птицы. Когда Махапрабху проходил через этот лес, он раздал прему слонам, тиграм, шакалам, оленям, всем. Это особый случай. Махапрабху раздал всем прему, дал свою крипу, милость. И они не знали ничего о баджане. И я уже обсудил Вену Гиту. Птицы слушали мелодию Вамсидани Кришны. Телята, они когда пили молоко из вымя своих матерей, как только они слышали звук Вамсидани, они переставали пить молоко и сразу же начинали слушать звук флейты Кришны. Таким образом, все животные и птицы, разные растения даже получили прему. Кришна, он такой милостивый, что он дал свою милость даже растениям. Но крипа Махапрабху, она намного больше, несмотря на то, что это он сам и есть Кришна. Махапрабху, он был намного милостивее. Кришна сказал, благодаря общению с моими преданными, все эти личности достигли моих лотосных стоп. И если вы будете думать, у нас тоже получится таким образом получить Кришну. Бхагаван дает этот список личностей. Но я вам скажу так, что первый пункт — это что садхусанга, это большая редкость. А второй пункт — мы даже не знаем, как ее совершать, эту садхусангу.
И Бхактинот Такур говорит, что по причине нашего лицемерия мы даже не можем понять, кто есть настоящий саду, поэтому как можно совершать саду-сангу. Но бхакти вот всех вот этих вот личностей, оно не может сравниться с бхакти гопи. То есть все вот эти вот души, они достигли лотосной стоп Кришны, но мы не можем их сравнивать с гопи. Вритрасуна, он получил лотосные стопы Бхагавана, но это не одно и то же, как случай гопи. Вритрасур, он во время сражения предлагал свои молитвы Бхагавану, и он получил лотосные стопы Бхагавана, но его то, что он получил, это не одно и то же то, что, с тем, что имеют гопи. Гона означает что-то предварительное. Они получили лотосные стопы Кришны, но это не было продиктовано огромной любовью, как в случае гопи. Окей, хорошо, они развили прему, но сам процесс, он совершенно отличен от процесса гопи. То есть мы не можем даже сравнивать эти два случая. То есть все вот эти люди, все вот эти вот личности из списка Кришны. Это все предварительное. И завтра я подробнее об этом поговорю. Вритта получил бхакти. Он молился Бхагавану таким образом, как это Вритрасур, прям как маленькая птичка, когда она чирикает в ожидании своей матери, когда же мать наконец прилетит и даст что-то покушать. Я плачу прям как эта маленькая птичка в гнезде. Когда теленок очень голоден, и он хочет испить молока из в имя матери. Точно так же и я желаю увидеть твои лотосные стопы. Ну, то есть с таким же намерением Вритрасур молился таким образом на поле сражения. Даже сам Индра Махарадж, он, когда он увидел настроение Вритрасура, он настолько изумился, потому что Вритрасур внешне был демоном. Индра Махарадж сказал: «Ты же демон. Внешне ты демон. Как у тебя получилось получить такое бхакти? Как же так, что ты обладаешь таким бхакти? Как ты смог стать Махапурушем?» Ты отказался от Асура Бавы, от настроения демона, и ты получил вот эту особенную бхаву. Как же это возможно? Вритрасур, он любил Бхагавана, но его любовь, она не может сравниваться с любовью гопи. То есть сравнительный анализ мы должны провести. В Брихат Бхагаватамрите In Brihat Bhagavatamrita, вы найдете. Санатана Госвами, он сделал сравнительный анализ бхакти всех вот этих личностей. Ханумандхи Махарадж своим бхакти, Харимадж being бхакти. But Hanumanji Maharaj, his bhakti surely not equal to bhakti shown by Panchapandav. Surely not, sir. All have some comparative statement. This way, we can tomorrow can discuss. There is some comparative statement that I can discuss. Otherwise, you can be in confusion. Also, one sloka surely tomorrow I can discuss. Завтра я обсужу одну шлоку, очень важную шлоку.
которую сказал Нараджи Махарадж. Каким-то образом вам нужно будет сконцентрироваться на лотосных стопах Кришны, но, конечно же, наша концентрация, она не может быть такой, как концентрация Шишупала и Камсы. То есть нам нужно будет сконцентрироваться на лотосных стопах Кришны, но не как Камса и Шишупал. Ну, почему Нараджи Махарадж сказал такую шлоку? Завтра мы это все обсудим. Сегодня я остановлюсь на этом месте. С какой шлоки я начал? Панча Кальпадуру Сикивасин, Патитан Бабхан Бхо, Вешна Бхо.